Значит, смотрите, у нас на исполнении материал есть. По поводу чего? Инспектора Казака, что 29.12 на вашем автомобиле было порушено правило дорожного руха. А где именно было порушено правило дорожного руха конкретно? Где именно? Значит, на Днепрянское шоссе, Залежничное шоссе на перекрестке. О 18.10. А где это доказательство? А что именно мы порушили? Вы не остановились на законную вымогу. Так а где доказательство, что мы вообще там были? Вот рапорт. Так а где? Это что рапорт? А? Где фото, видео, что мы там были? Нету. Так ну, машина была вообще в селе. Я понимаю. Хорошо, напишите мне бумагу и все. На каком основании? Вот На каком основании? Ну, мы фиксируем, потому что беззаконие творится рапорта каждый день, понимаете? Понимаю. Ну, поэтому мы и фиксируем. Ваши документы можно, пожалуйста? А на основании чего предоставлять документы? Я вам... Я же вам вызовите меня в ГАИ, я приду вам с документами. Все. Подождите, а кто из вас владелец автомобиля? Какого автомобиля? А подожди, какого автомобиля? Пускай назовут автомобиль. Ну, я же вам уже рассказывал. Киа, синего Колю. Вызовите меня, пожалуйста, да, вызовите меня туда, я к вам приду. Я не буду никого вызывать, у меня вот на исполнение материал, я на вас составляю административный протокол. Ну как это вы можете составлять? Вы отказываетесь? Машина была в селе. Вы отказываетесь? Машина была в селе в этот день. Я понимаю, вы отказываетесь? От чего? От составления протокола. А мы сейчас что, на дороге, что ли, сейчас? Подождите, я вам нормально, я же вам объяснил, на каком основании. Ну, инспектор ГАИ может составлять протокол на дороге. Нет, мы сейчас находимся в подъезде дома. Нет, вы не правы. Ну, покажите, пожалуйста, закон, где я не права. Кто керовал автомобилем 29.12 за адресой? Машины не было на столичном шоссе. Хорошо, у вас есть листик бумаги? Зачем? Написать объяснение мне. Хорошо, я вам напишу сейчас объяснение, что машины на столичном шоссе не было. Хорошо, но я на вас буду составлять протокол. На каком основании? На основании материала рапорта инспектора ГАИ. Так машины не было на столичном шоссе. Я вам еще раз повторяю, на основании рапорта инспектора ГАИ я буду на вас составлять административный протокол. А вы знаете, что я сейчас напишу жалобу? Пожалуйста, пишите. О том, что этот рапорт составлен незаконно, что это, так сказать, инспектор превысил свои полномочия. Хорошо, пишите. Что на самом деле никаких доказательств машины не было. Я не запрещаю писать что-то жалобы на меня, на кого-то другого. Ну, хорошо. Пишите, это ваше право. У вас есть закон. Это мое личное владение. Конечно. Вы сюда не имеете права. А я не рвусь. Я не рвусь. Ну, все, тогда вы давайте присылайте мне повесточку. Вы сейчас отказываетесь от составления административного протокола? Вы отказываетесь? На основании? Подождите, на основании рапорта, который вы фотографировали, снимали на два мобильных телефона. На основании этого рапорта. Вы отказываетесь? Здесь нет ни одного доказательства. Ольга, как вас по отчеству зовут? Ольга Владимировна, вы отказываетесь? Я не хочу с вами больше разговаривать. Все, хорошо, до свидания. Всего доброго.